61 highway. From Chicago, down the Gulf of Mexico, здравствуйте, уважаемые! Меня зовут Александр Цыганок, и мы будем говорить на довольно странную тему, опять же связанную косвенно с блюзом. Давайте себе представим. Полночь. Повсюду горят черные свечи. Пятеро барабанщиков, выстукивая синкопированные ритмы, строго следуя тайному языку ночных барабанов. Посредине площадки вкопан столб, шест, называемый метан, у которого извивается грациозное, стройное, но страшное мамбо. Хор запевает жутковатую и красивую песню обращения к главному духу-посреднику, к Лоа Легбе. Барабаны не смолкают, хор наращивает громкость. Наконец, в середину круга заходят ассистенты Унси, они же Лаплас, и вносят черного жертвенного петуха. Дальше можно не продолжать. Начинается страшное и дикое, имя которому Вуду. Это йорубанская религия, которая пришла в новый свет вместе с кораблями, с невольниками. Она жива и доныне. Она и работает, как рассказывают люди. Существует на Гаити, существует на Кубе, в Бразилии, на юге Соединенных Штатов Америки. Может быть, эта религия не была бы столь сильна, если бы она не имела, как бы это сказать, своих героев. У каждой религии есть свои подвижники. Может быть, где-то это Мартин Лютер, где-то Ульрих Цвингли, а где-то Мари Катерин Лаво, которая родилась в 1794 году в семье французского белого плантатора и афроамериканской женщины. Ей было суждено стать королевой Вуду, верховной Мамбо, которая имела такую власть, которую не имел губернатор Нового Орлеана. Ей платили по $1000 только за то, чтобы она помогла на выборах. Каждый американец, живущий на юге, может рассказать хоть одну историю об этой женщине, которая прожила до 1881 года. Она прожила 87 лет. Более того, она повторилась в своей дочери, которую тоже звали Мари Лаво. Вся жизнь исполнена определенного ужаса и определенной странной притягательной силы. Эта женщина вышла замуж за Жака Пари, гаитянина, и вроде бы как была влюблена в него. Но буквально через год он исчезает. Потом становится известным, что он умер. Кто знает, какую смерть принял этот человек. После этого Мари Лаво начинает встречаться с неким Луи Кристофом. Различные вудуистские легенды приписывают ей 15 детей от Луи Кристофа, в числе которых родилась Мари Лаво II, ее дочь, которая тоже стала колдуньей. Но об этом позже. Сначала мы скажем о другом. И так, как я уже говорил в прошлых выпусках, традиции Африки имели место, но везде были запрещены. Этой женщине удалось протолкнуть ритуальные мессы на официальный уровень. То есть в Новом Орлеане была площадь Конго, как вам название, прелесть. И на этой площади Конго, с позволения властей, было разрешено проводить вудуистские мессы.
где на специальном помосте, будем называть его сценой, танцевала сама Мари со знаменитой змеей светлой, светлого цвета. Быть может, эта змея символизировала культ змея-зомби. Это слово имеет много значений, в том числе и магическая мудрая змея. С этой змеей танцевала Мари. Кроме того, кроме этого официального места, на прилегающем к Новому Орлеану заболоченном озере проводились ночные мессы, отрывок из которых я привел вам в самом начале. Сначала она владела обычной парикмахерской, которая досталась ей в качестве приданного от родителей. Быть может, там собирался банк ДНК, будем говорить так. То есть образцы волос, образцы крови, слюны и так далее. На ватку и в коробочку. На ватку и в коробочку. Дело в том, что там были не только образцы волос и слюны. Там передавались из уст в уста определенные сплетни Нового Орлеана, новости и известия. И наша героиня владела доскональной информацией о том, что происходит в Новом Орлеане. Сначала она сумела сбросить в кювет всех других королев Вуду, всех других мамбо, добившись высочайшего сана, если можно сказать так, в этой религии, пришедшей, кстати, с Гаити. Затем, после того, как черные стали считать ее непререкаемым авторитетом, она начала работу с белыми. Как проводилась эта работа? С помощью Voodoo Dolls, с помощью ритуалов Гри-Гри. Куколки-прототипы, о которых я уже говорил, эти куколки подбрасывались. Они дарились в качестве подарков, и люди верили и хранили их. Кстати, не будем далеко ходить. Я являюсь обладателем двух Voodoo Dolls, изображающих меня самого. Мне из лучших соображений подарили их, но эти куклы олицетворяют меня. Я не похож на школьника и не похож на легкомысленного человека. Я верю в то, что эта религия-магия действует. Поэтому с большой осторожностью и даже с каким-то почтением отношусь к персоне, о которой говорю. Сегодня я буду краток, уважаемые друзья. Почитайте, и вы узнаете очень много таинственного и страшного. Это очень интересно, очень познавательно и очень полезно для того, чтобы мы трепетно относились к тому, чего мы не знаем, но что может действовать на нас. У меня на сегодня все. Всего хорошего. С вами был Александр Цыганок. Комментируйте, интересуйтесь. И вот для вас блюз под настроение. One highway is the longest, longest road I know. Sixty-one highway is the longest, longest road I know. Run from Chicago, down the Gulf of Mexico. Some folks tell me that the green are busy all around. Some folks tell me that the green are busy all around.
just go to walk with me, baby. Look down highway 61. If I've been bad, more baby, honey, forgive me for myself. If I've been bad, more baby, honey, honey, forgive me for myself. Friend, I said please love my baby for me, please, I said please love my baby for me. You should see my baby, please tell her that she's all right with me. You know the 61 highway is the longest, longest road I know. Is the longest, longest, longest road I know. She ran from Chicago down the Gulf of Mexico. Вот так-то, мои дорогие друзья. На этом сегодня мы расстаемся. Ждем ваших комментариев. Подписывайтесь на наш канал. Я Александр Цыганок. Пока.